одел рукавичку старую, но одену бутылку назад, потому что, чтобы цеплять телегу, меньше грязи будет попадать в гидравлику. Хоть всегда ее вытираешь, этот переходник, папа-мама так называемый, но грязь попадает все равно. Все равно неплотность какая-то есть. Пускай висит. Пускай висит, болтается, я думаю, ничего страшного в этом нет. Так вот, здравствуйте, друзья. А, сейчас микрофон подсоединю, а то ветер дует. Здравствуйте, друзья. Сегодняшний мой ролик будет, данный ролик будет о рекламе. О рекламе и, наверное, блин, а как, ну как, блин, как, вот, что я могу рекламировать? Вообще не знаю, что я могу, ну, ваши какие-то каналы. Ну, может быть, да, может быть, нет. Ну, что можно рекламировать? В последнее время в интернете получилось, сейчас идет там скандалы. Скандалы деревенские, блогеры, женщины, которые ведут каналы, начинают там что-то писать. А, донаты, одни делят донаты, надо донаты выставлять, карту, номер, не надо выставлять. Короче, пишут всякую вот эту всю ерунду. Что, чем отличаются мужчины от женщин, ведущие каналы? Тем, что женщин, и вот идет постоянно грызня. Разоблачение. Один разоблачает другого. Там перечислили деньги, не перечислили. Донаты надо выставлять, карту не надо. У мужчин же блогеров, ну, деревенских блогеров, трактористов, которые ведут вот эти тракторные каналы, у них оба. Дождик пошел. Сейчас зайдем под крышу. Все, зашел под крышу. Здесь я свой ролик сейчас и запишу. Дождик начался. Короче, идут склоки. Там надо выставлять номер карты, не надо. И вот это все. Короче, я думаю, что вы, друзья, кто-то смотрит, может быть, кто не смотрит. Но все равно видео всплывает. Вот эти всплывают рекомендованные видео. Там делят эти деньги. Вообще-то сейчас прервусь. Сейчас вот немножко открою дверь, чтобы посветлее было. Так вот. Вот так вот посветлее. А то темновато. Ой, короче, друзья мои, ко мне обратился один мой зритель, подписчик, так сказать. И написал в личном сообщении в одной из социальных сетей: не продайте, пожалуйста, разрекламируйте мой трактор. Продайте, пожалуйста, мой трактор. Блин, елки-палки, я трактора, честно сказать, по интернету никогда не... Да я вообще трактора не продавал. Короче, у моего зрителя есть трактор ЮМЗ, и старого образца с маленькой кабиной. И у них есть... На тракторе установлен передний ведущий мост. Да, кстати, вот сейчас всплывают фотографии, 4 фотографии там перед вами. Хочет мой зритель продать трактор данный. Вот. Да, контакты Дениса будут в описании под роликом. Будет номер телефона его, где он проживает, но одним словом, пишите ему, и ссылка на его страницу ВКонтакте. Пишите, кому будет интересно, вот так вот. Вы, конечно же, скажете: а зачем тебе это надо? За какой процент ты работаешь?
отвечу сразу честно, я не работаю ни за какой ни процент, просто человек попросил, ну хорошо, я согласился, посмотрим, что из этого выйдет. Потому что, не знаю, люди на свете разные есть, и записывая один недавний ролик про тракторное наследие, когда ко мне обратился человек там из Индии, он, кстати, обращался и к другим блогерам, у кого есть трактора Т-25, эти блогеры мне написали тоже в личном сообщении, в личку, но они подумали, что это ребенок просто там нажимал клавиатуру, и получилась такая билиберда, хотя там язык называется хинди, на котором было все это написано из Индии сообщение. И когда я пришел в нашу лавочку, там, где у нас выходец из Индии проживает на лето, лето приезжает, а зиму он снова живет в Индии, потому что там тепло, и у него есть там работа. Он работает экскурсоводом и переводчиком. И он меня спрашивает: слушай, а зачем тебе это надо? Какой твой это интерес? Я прям, знаешь, даже опешил. Я так подумал, блин, и вот сейчас вот вы подумаете, зачем тебе это надо? Какой твой это интерес? А у меня нет никакого интереса. Ну какой интерес? Я расскажу про это. Интерес есть, я расскажу, запишу ролик, расскажу об этом вам, моим зрителям. Вы напишите комментарии какие-то, оцените, возможно, мой ролик, надо ли, есть такой формат, нужно его поддерживать, не нужно, что-то... Нужно брать деньги, какие-то проценты там за рекламу этого объявления? Не нужно. Что еще? Ну, напишите еще сами, что думаете по этому поводу. Как сказала моя Елена Степановна, вот ты сейчас разрекламируешь, а вдруг у человека, допустим, нету этого трактора там, или... О, сильнее дождик пошел. Или там что-то еще такое может случиться, что ты будешь ответственный за... понесешь ответственность за рекламу, ту, которую предложил. Я говорю: ну, Елена Степановна, ну да, все это возможно, но в следующий раз, может быть, и не буду, если я попаду в какую-то неловкую ситуацию с этим рекламным объявлением, со зрителями, которые вот меня смотрят. Так что вот так вот. Еще раз повторяю. С этого я ничего не беру, никаких процентов. Денис продает свой ЮМЗ с передним мостом ведущим. Вал отбора мощности тоже работает. Ну, так написал Денис. За 200 тысяч рублей. Все работает, трактор вроде как в исправном состоянии. Ну, кто его знает? Кому интересно, пишите Денису. Ссылка на его телефон, на его страницу ВКонтакте будет в описании под роликом. Кто заинтересован, ближайшие областя, районы, пожалуйста, покупайте. Вот, что еще добавить по этому поводу? Вот так вот, друзья мои, вот она погода. Погода с 5 августа у нас стояла, очень замечательная и хорошая погода. Весь июль там были дожди, ну... Сено можно было заготовить там с переменным успехом. Тот, кто хотел заготовить сено, тот уже давно заготовил, как говорится. Ну а сейчас вот стояла вообще замечательная погода. Ну а сейчас вот такая вот, сегодня дождик вот такой вот. О, смотрите, как пошел дождик. О, блин. Идет, фигачит. Вот капель... Нет, не видать капельки дождя. Да. Обычно утром встанешь. Встаю утром там часов 6. Бывает там попозже, там в 7. Что-нибудь поделаешь. Ну, надо. Лягешь, полежишь, подремлешь там. И встанешь, когда так же вот темно. Такая темная погода. Потом пасмурно. Глядишь... К 9 часам расцвело, солнышко показалось, снова благодать, красота. Сегодня, видать, будет темновато, наверное, дождики такие вот. Вот так вот. Ладно, все, на этом все. Реклама.
по продаже тракторов в данный момент заканчивается. Пишите, читайте, ставьте лайки, палец вверх, палец вниз. Делитесь в социальных сетях. Ну и давайте новые темы для видео. Хотя кто-то напишет: а, у тебя уже темы кончились, ты уже не знаешь, что снимать, там просишь зрителей. Да нет, друзья мои, темы есть, просто, возможно, вас что-то волнует, волнует больше, и вы затрудняетесь или хотите узнать там что-то, затрудняетесь в каких-то вопросах. Так что пишите, будем сообща разбирать эти вопросы. Вот так вот. Ну ладно, все. Всем пока. Пока.